Погас огонь в окне, и на улице стемнело. А я пишу тебе письмо при свечном свете. Пишу, как кружат листья на ветру, в танце друг друга обнимая, от ветки отрываясь, в другие дали мчась. Прочтешь ты эти строки удивленно и вздохнешь немного томно. Подумаешь, но это к чему? Что-то я немного не пойму. Ведь ты не дурень, не болван. Я ведь это точно знаю. Чувствую, как ты письмо читаешь, где и что не понимаешь. И все-таки тебе я напишу, словами в строки расскажу. Вот тот, что листик на ветру, это я к тебе лечу. Но если б ты меня позвал, своей судьбой меня назвал, как лира с музыкой нежны, так были б мы с тобой близки. Но это лишь мое письмо, которое пишу при свете и посылаю на рассвете тому, кого люблю. Тому, кого люблю.